интересует, у любой точки x, y разность ее координат, и у любой точки x, y интересует сумма ее координат минус q квадрат равняется m. Да? Внутри этой параболы расположены те и только те точки, когда сумма координат x плюс y больше или равна, чем квадрат разности, чем x минус y в квадрате. Давайте понимать, почему. То есть при помощи таких векторов можно дойти до тех и только тех точек с неотрицательными координатами, у которых x плюс y больше или равно, чем x минус y в квадрате. Кстати, все понимают, что такое разность x и y? Какой она имеет комбинаторный смысл? Или не понимаете? Вот смотрите, здесь какая разность x и y? Вот здесь, чему равна разность в каждой из этих штук? Единица. Не совсем. Минус единица. А здесь чему равна разность? А? Один. Один. Господа, эта величина x минус y, она имеет абсолютно понятный смысл. Если вы вот таких вот векторов берете на несколько штук больше, чем таких, то вы как раз и получаете ту самую разность. То есть, если вы взяли вот таких вот векторов, я не знаю, я не в каком-то порядке, непонятно, да? А штук, а вот из этих векторов вы взяли B штук, то x минус y это окажется не что иное, как A минус B. То есть рассмотрение величины разности x и y в данном случае имеет абсолютно понятный комбинаторный смысл. Это просто-напросто насколько больше вы взяли вот таких векторов, чем таких. Хорошо. Значит, x минус y обозначили буквой q. Мы должны доказать, что от q ничего не зависит. То есть, если я возьму просто x и y равно m, то в таком случае я возьму поровну слагаемых отсюда и отсюда. И по моей формуле должно получиться P от M. А вот от Q ничего не зависит. То есть количество способов попасть в такую точку при разных значениях Q одно и то же. Понятно почему? Каким образом, что это перебрасывает эффект, тоже особо сейчас непонятно. Но я в высшей степени просто могу объяснить, откуда берется P от M. Я просто рисую любую диаграмму. И у меня сейчас эта самая штука возникла. Так, я не ту, что в энциклопедии нарисую, какую-нибудь. Так, итак, представьте себе, что у меня, например, вот такая диаграмма. Смотрите, что мы делаем. Проводим диагональ. Проводим диагональ. И говорим, что нам по этой картинке нужно, внимание, придумать векторы, послушаем задачу, которые вот такого, такого типа, там 0,1, 1,2 или 1,0, 2,1. И приведут нас в точку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. В точку с координатами 22, 22. Ужас какой-то. Сможем мы при помощи диаграммы попасть в точку 22, 22.
Идея простая. Я разрезал и получил вот такие штуки. Так, так, так. И я получил вот такие штуки. А, вот, я понял. Я хотел, чтобы векторов было поровну, правильно? А я получил 3 горизонтальных и 2 вертикальных. Это плохо. Значит, должен быть еще такой вектор вниз. Это наверняка вектор 1,0. Это наверняка был вектор 1,0. И здесь наверняка нужно написать 7,6 и 3,2. Это уже сколько? Это 11 и там 11. Все, 22 по абсцессе получили. Хорошо. Теперь смотрим по ординате. 7, 5, 2. Это 14. И здесь. Ура! Ребята, я сейчас вам готов рассказать общее доказательство для любой диаграммы. Значит, доказательство такое. Вы берете абсолютно любую диаграмму. И по ней строите следующим образом. Вот если у вас, так вот, диагонали надо пройти вниз, не включая эту клеточку, и надо пройти вбок, наоборот, включая ее. Когда у вас есть вот такое число, то в нем, не знаю, какое-то количество альфа, то надо написать вектор с координатами альфа минус 1, альфа. Когда у вас здесь вот есть такой вектор, бета, то по нему надо написать вектор с координатами бета плюс 1 и бета. То есть вертикальным штукам соответствуют векторы, у которых абсцисса на единицу больше, горизонтальным соответствуют векторы, у которых ординаты на единицу больше. Поскольку у меня вертикальных и горизонтальных строго одинаково, то вот эти вот единички и минус единички все уничтожаются. И на самом деле сумма, где будет сумма альфа, бета всех возможных, и здесь то же самое, будет сумма всевозможных альфа и бета, поэтому мы попадем, что называется, в нужную точку. Сумма всех альфа и бета – это в точности количество клеток в диаграмме. Так, исправьте, да. Там не 20, а 22. Извините, пожалуйста, да. Все, у меня все получилось. Итак, я сейчас решил нашу задачу для случая, когда q равно чему? В этой форме сейчас ничего не равно. Нулю. Нулю. Значит, для q равняется нулю, задача решена. Так, то, что я сейчас буду говорить для других q, никакого отношения к этому не имеет. Поэтому, пожалуйста, сейчас надо вот остановиться и осознать этот момент. Что сейчас вообще произошло? Так, пожалуйста, на доске, что сейчас реально сделано? Я доказываю тождество. Для этого я говорю, что любую точку параболы, о которой идет речь, можно представить в таком хитром виде. Q квадрат плюс Q пополам плюс m – это абсцисса, Q квадрат минус Q пополам плюс m – это ординаты. Значит, мы с вами говорим, что вообще-то в любую точку ведет некоторый маршрут из таких векторов и таких. Если вы взяли некоторое количество таких векторов, то при этом разность между абсциссой и ординатой уменьшается каждый раз на единицу. Если вы взяли несколько таких векторов, каждый раз увеличивается. Поэтому, если вы знаете разность x и y, мы ее обозначим на букву, вообще вся плоскость, она делится на такие прямые, y, x минус y равно q, да? Каждому q соответствует целая такая прямая. Если вы знаете вот такую разность, то вы на самом деле знаете, что вот таких векторов вы взяли на q больше, чем таких. Ну, q, в принципе, можно взять отрицательно. Вот. И если q равняется нулю, то вы взяли поровну таких и таких векторов. Я готов сейчас, если кто-то не понял, по любой системе из нескольких вот таких векторов и нескольких таких нарисовать диаграмму.
может быть, так, ну, не знаю, сколько векторов. Давайте, вот, кто-нибудь может продиктовать мне 4 левых вектора? 0,1. Так, 0,1, дальше. 2,3. 2,3. 1,2. И 1 должен быть. 3,4. Замечательно. Теперь давайте, вот я напоминаю, такие векторы были левые, да? Теперь давайте диктуйте правые вектора. Нет, 4 штуки договорились. Еще один. 7,8. 7,8. Коля, блин, это ужасные числа, ничего. Так, здесь давайте. 5,4. 3,2. Ну, лучше по порядку. 3,2, 5,4 и... 8,7. Так, 8,7 и еще? 10,9. Ваше желание эгоцентризма совершенно ужасное. Итак, что мы сейчас должны по нашей науке сделать? Вот такие векторы, они у нас имеют вид альфа минус 1 альфа, где альфа – это количество клеточек, включая вот это. Таким образом, я рисую 4 клеточки, ну это я уже 4 рисую, не важно, по диагонали. И после этого откладываю такие количества. 1, так, 1 это у меня будет самое маленькое, поэтому это будет здесь. Дальше, 3, это вот так. Дальше, 4. 1, 3, 4 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Господа, вот 1, 3, 4, 8. Отложим. Диагональ она вот, я ее давайте для понятности вот так вот покажу. Теперь я беру вот эти бэки, они внизу, и значение вот этих чисел дает вторая координата здесь. 2, 4, 7 и 9. Ну, давайте начнем с 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Замечательно. Теперь 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь еще 4. Значит, 1, 2, 3, 4 и, наконец, 2. Раз, два. Проверяйте. Что проверить надо? Что если вы сложите все вот эти вот векторы, то получится вектор, у которого абсциссы и ординаты одинаковые, и при этом они равны количеству кружочков на этом листу. Можно я не буду проверять? Да. Нет, кружочек, кто мне ответ, как ждет 7. Учтите, что эти не входят. Вот вы сказали, вот здесь вот 9, да, 9, а вот здесь 7. А где 10? А? Где 10? 10 нигде. 10 это бета плюс 1. Да, ну нигде. Рисуем только альфа по горизонтали, бета по вертикали. А вот эти минус 1 и плюс 1 это архитектурные такие добавки. Договорились? Так, все, я считаю, что с ситуацией q равно нулю мы разобрались полностью.